как-то звучит необычайно приятно. Мы все безумно рады приветствовать вас сегодня в нашем замечательном любимом клубе имени Алексея Семеновича Козлова. И мы с вами сегодня совершим такую небольшую, скажем так, экскурсию по прекрасному кинематографу и сыграем вам все самые, наверное, наши любимые, обожаемые мелодии, которые мы где-то подслушали когда-то вот в кино, какие-то исторически вошли в наш репертуар. Но так или иначе, мы для вас сегодня подготовили массу всего интересного. Для вас выступает сегодня Фортуна Брас. Под ваши дурные аплодисменты. Значит, мы в двух словах сейчас расскажем про нас специфику, как следует из названия. Название Брас — это... Это наш инструмент, который сделан из меди и латуни. Вот слово «брас» — это именно так и как бы оттуда и происходит. Вот. И как бы основная специфика наших инструментов, они такие, скажем, больше шумовые, но все равно, если знать их специфику, то можно исполнять любые произведения, которые мы вам сегодня и покажем внутри нашей программы. Вот. А для того, чтобы лучше показать специфику, мы вам сыграем такую фанфару, которую все, думаю, прекрасно знаете. И именно она, друзья мои, 27 Оскаров получила, вот, а записан только ударными и духовыми инструментами. Под ваши бурные аплодисменты мы вам ее продемонстрируем. Поскольку я сказал, что мы будем сегодня путешествовать, мы хотели бы начать наше путешествие с одного из самых любимых наших горячо фильмов. Не только потому, что там одну из ролей играл Глен Миллер, но и потому, что музыка там была очаровательная и прекрасная. Мы сейчас говорим о «Серенаде солнечной долины», и из нее мы хотели вам сыграть пару композиций под ваш, друзья мои, бурные аплодисменты. Спасибо большое, друзья мои. Ну и в продолжение из того же замечательного фильма «Поезд на Чаттанугу» под ваш, друзья мои, бурные аплодисменты. We'll be right back.
You know that she never met you too. Pretty lonely, boy, you can be the issue. Спасибо огромное, друзья мои. Как ваше настроение? Хотела бы узнать. Отлично. Но все-таки говорят, что понедельник день тяжелый. Но мы сегодня, я думаю, вас еще повеселим. Вот, мы с вами вспомнили замечательный кинофильм. Мы к ним еще обязательно вернемся. Вот, но мы вспомнили замечательный бенд, который был у Глена Миллера, который потом уже стал такой военный и стал называться ВВС США. Вот. Но мы решили вспомнить еще один бенд, который... в принципе, тоже бывал в нашей стране, потому что оркестр Гленна Миллера к нам приезжает каждый год, вот, а этот приезжал крайне редко, но все равно тоже является одним из наших самых любимых. Я сейчас говорю о бенде, которым руководил Джеймс Ласт, и мы решили сыграть его, ну, у него масса замечательных произведений, но я говорю, что мы отбирали, что вот брас можно спать. И опять же, мы выбрали то, что сыграно, вот гениальное, простое, и сыграно исключительно на медных духовых инструментах. Итак, Джеймс Ласт и его замечательная композиция, все вы ее знаете, под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, друзья. Я думаю, вы все ее прекрасно помните. Она звучит в самой замечательной программе, которую очень любит наш тенор-тромбонист. Он практически всегда угадывает все верные ответы. Вот. Иногда даже сам присылает вопросы, что было в черном ящике когда-либо. Вот. Ну что ж, мы движемся дальше. И опять же, мы не могли пройти мимо следующей композиции, просто потому, что в этом году ей исполнится 30 лет этому замечательному, скажем так, телевизионному. Правда, может, это был не столько фильм, сколько больше сериал, но все равно, опять же, главная тема написана исключительно для медных, духовых и ударных инструментов. И поскольку все-таки 30 лет — это такой срок очень довольно-таки серьезный, мы просто не могли пройти мимо нее на нашем сегодняшнем концерте. И поэтому хотим подарить вам частичку, как бы вернуть вас в времена лихих 90-х, вот когда у нас это было популярно, ну и 30 лет назад, когда это вышло в Штатах. Итак, друзья мои, одна из самых популярных телевизионных тем под ваши бурные аплодисменты.
Спасибо, спасибо огромное, друзья мои. Я думаю, что все вы угадали, что это такое. Вот. Это, конечно же, любимый телесериал нашего трубача Стальского, друзья мои. Санта-Барбара, он вырос на этом сериале. И второе имя у него, конечно же, Сиси Кэффл. Давайте поздравим вас с этим, друзья мои. Это на самом деле все у нас будет масса в крови. Ну что же, мы продолжаем наше путешествие по замечательному миру, скажем так, кинематографа. И мы не могли пройти мимо еще одного товарища, постер которого висели у всех мальчишек того времени нашего детства над самым видным месте в комнате. Вот так было и у Якова. Вот, мы сейчас говорим о замечательном Сильвестре Сталлоне. И хотим подарить вам еще одну замечательную композицию, которую тоже в этом году отмечает, правда, 25-летний, но все равно, друзья мои, юбилей, четвертачок. И мы как бы своим исполнением, так сказать, отдадим дань, во-первых, и замечательному фильму, ну и прекрасной композиции, которая, опять же, основана была на духовых и ударных инструментах. Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты мы продолжаем. Что это за фильм? Рокки, абсолютно, да. И, нет, только третий был. Eyes of Tiger, он был третий. Ну, абсолютно правильно. Итак, друзья мои, мы продолжаем веселиться. Вот. И сейчас мы уже с вами послушали, скажем так, ретро. Это у нас была сериал «Солнечный Талин». Потом немножечко сделали такое, скажем так, небольшое путешествие в сериалы. Вот. И сейчас мы как бы объединим это все. У нас вроде будет как бы полноценный фильм, вот, но, с другой стороны, вроде, конечно, не сериал, но очень много серийный. Так. Целая такая бондиада под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
Спасибо, спасибо огромное, друзья мои, конечно же, мимо Шона Коннери, вот, и казино Райан, пройти просто не могли, вот, опять же, друзья, это все специфика, все-таки волшебный инструмент, вот, поэтому сегодня брас-концерт у нас, вот, для тех, кто только пришел, расскажу, что сегодня для вас выступает Фортуна Брас, спасибо огромное за эти аплодисменты для нас. И для нашего ударника у него день рождения, друзья мои. На этом событии, вот, так сказать, общественность направить. Ну вот, мы с вами уже послушали много музыки, и мы решили чуть-чуть вернуться к классике, потому что все говорят, что, ну, есть масса замечательных фильмов, но все-таки должны быть и классические, и мы решили свой взгляд обратить еще и на Федерико Феллини, вот, замечательного режиссера, на, лично на мой взгляд, и просто гениального, вот, и на их тандем, скажем так, с Ниной Рота, вот, они замечательный саундтрек, ну, как я не знаю, может, не саундтрек, назовем это главная тема к фильму «8,5». Фильм «8,5» как раз и раскрывал, скажем так, главного героя как личность очень творческую, поэтому мы мимо такого пройти просто могли, и под ваш бурный аплодисмент мы продолжаем. И сейчас мы немножечко, может, даже отступим чуть-чуть во Францию, но для чего? Мы хотели сыграть замечательную композицию, которая была воспета и Луи Армстронгом, и да, кто только ее не пел, но она исполнена в первую очередь на наших инструментах, и это подсчитано не мной, честно, статистику вел не я, но эта композиция прозвучала в огромном, самом большом количестве фильмов. Значит, замечательная композиция, которую исполняли не только Луи Армстронг, он был трубач, играл на брас инструмент. Вот. Итак, друзья мои, добавим чуть-чуть романтики сегодня, потому что погода стоит великолепная. Вот, все-таки нас природа балует, и мы вас решили порадовать этой замечательной мелодией, которая является рекордсменом по количеству фильмов, в которых она звучала. Там больше 200 картин. Итак, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты мы продолжаем. Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Ну что ж, мы движемся дальше. И сейчас мы хотели бы вам сыграть еще одну замечательную композицию. А необычность ее состоит в том, что это была первая композиция, которая, как вы помните, раньше, когда шли черно-белые фильмы, всегда сидел оркестр, и он играл, ну, грубо говоря, потом топер, там, назовем, потом стали оркестр. Вот, но это именно был первый Brass Band, руководил которым Бен Джонсон. Это первая самая композиция, которую они записали, композиция Боба Карлтона, которая называется «Джада», и поэтому мы просто не могли пройти мимо нее, поскольку это первый в мире Brass Band, вот, и который играл для кино. Вот, и специально авторская композиция, поэтому мы решили ее вам исполнить под ваши, друзья мои, бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои, мы движемся дальше, и сейчас мы решили сыграть многочисленные пародии, просто говорить, что давно-давно не играете, вот. И мы решили, что очень оно и подходит, во-первых, и в общую концепцию программы, вот, ну и, во-вторых, на самом деле, давно не играли, замечательную композицию Ирвина Берлина. Ирвин Берлин, кстати, автор более музыки более чем 120 фильмов, поэтому мы вам сыграем, наверное, одну из его самых известных, причем она была написана порядка 100 лет назад. Вот, потом она в 70-х появилась чуть-чуть под другим именем, вот, но основной рисунок был остан. В общем, мы сыграем оригинальную версию композиции, которая называется «Путин, он залез под ваш», друзья мои. Вот, да, друзья. We'll be right back.
Спасибо огромное, друзья мои. Как вы знаете, что все хорошее, когда подходит к концу, это никакого отношения к нашему сегодняшнему концерту не имеет, поскольку у нас сегодня будет порядка 18 отделений, вот, поэтому разойдемся мы в пятницу, во второй половине дня. Поэтому просьба особо сильно не налегать на пенные напитки, потому что, ну, в общем, друзья мои, не мне вас учить. Вот, опять же, кстати, чуть-чуть продолжая тему пенных напитков, вбивая как-то в Яндексе, что же было максимально, какой праздник самый популярный, я думал, будет 1 сентября, День знаний, там, День муз, кстати, не так давно был 1 октября, но нет, друзья мои, самый какой популярный оказался праздник осени? Октоберфест, да, друзья мои, вот, причем с таким конкретным отрывом, там, сколько-то миллионов против сколько-то тысяч, вот. Поэтому мы решили, ну что же, надо все-таки тоже отдавать дань. Причем не просто этому общему культурному, скажем так, празднику, а то, что там главную роль, какие инструменты играют, конечно же, медно-духовые и ударные. И поэтому, друзья мои, мы подготовили специально для вас просто гимн, как скажем, любого мюнхенского Октоберфеста под ваш, друзья мои, бурный аплодисмент. Спасибо огромное, друзья мои. Ну а сейчас у вас есть уникальнейшая возможность чуть-чуть отдохнуть вашим ушам и заказать себе еще по кружечке чего-нибудь бодрящего и веселящего душу. А мы с вами увидимся ровно через 9 минут и 56 секунд под ваш бурный аплодисменты. We'll be right back.
В этот
Хотя, в принципе, прекрасная погода, да, Лисон? Итак, друзья мои, как вы поняли, что у нас теперь новое русло. Вот, мы вас порадуем, скажем так, уже вокальным творчеством. Вот, мы много всего наработали и подготовили, но, как бы, про классику мы тоже помним, поэтому мы сейчас для вас решили исполнить композицию «Hello, Dolly», которую Олеся споет вместе с Яшкой Брагиным под ваши бурные аплодисменты. Очень важное значение, вот, поскольку будучи исполненная в 1937 году, эта композиция Луи Прима, она, скажем так, подняла джаз, и его стали исполнять везде, вот, потому что до этого исполняли только во время дневных концертов, вот, но после этого прорыва, вот, джаз стали исполнять везде, поэтому мы просто могли пройти мимо такой замечательной композиции, и сейчас мы ее исполним под ваши бурные аплодисменты, друзья мои, это Sing, Sing, Sing. Sing, 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 everybody.
наш сегодняшний юбилейщик Александр Ручков. Ваши продолжительные и неслабляющие аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои. Даже трудно представить, что всего пару лет назад мы взяли его на площадь трех вокзалов, когда он играл на скрипке. Такой замечательный прогресс, друзья мои. Сегодня мы поняли, что скрипка — это ударный инструмент, и объяснили ему это в первый же день. Вот. И сегодня у нас такое вот талантище. Вот. Но мы продолжаем радовать вас прекрасными ритмами. И сейчас будет следующий ритм, который называется ритм алфавита. Но об этом вы узнаете подробнее чуть попозже. А сейчас под ваши бурные аплодисменты мы продолжаем. И сейчас мы играем, наверное, самую любимую нашу горячо музыку. Это музыка 20-х годов. Многие называют ее фокстротами. Вот. Нам же она просто нравится, потому что ее писали, скажем так, композиторы, которые были, ну, вот именно, скажем, не джазовые, а абсолютно классические. Вот. И просто делали популярные мелодии. Вот. А поскольку мы все имеем классическое образование, ну, безумно приятно исполнять такое. И сейчас мы вам сыграем композицию, которая называется «Nasty Man». Или противный мужчина. Наши барабанщики дают название как Nasty Man, как мужчина по имени Настя. Ну, у всех свои, как бы, задатки и возможности. Вот, поэтому песни про мужчину по имени Настя мы вам сейчас исполним. Вот. Надо сказать, что тексты тоже там писали очень, как бы, люди специально, там они такие с небольшими издевками, поэтому вы, как бы, прислушайтесь. В общем, сарказм и ирония всегда вот была присуща тому времени, 20-х годов. Вот. В чем вы сейчас удивитесь под ваши, друзья мои, бурные аплодисменты. Thank you.
Спасибо, друзья мои. Ну, мы движемся дальше. И сейчас мы вам хотели исполнить такой классический, наверное, новоорлеанский, надеюсь, что он оттуда, блюз, тоже такой поучительный в свои времена. Значит, джаз-музыка несла не просто как бы чисто такой расслабляющий, просто легкий характер, но и все-таки какая-то мораль там присутствовала. И в этом можно, в частности, убедиться на замечательной композиции, которую написал Харальд Арлин. Называется она «Blues in the Night», и мы его вам сейчас дадим тут блюза под ваши бурные аплодисменты. А потому что следующая композиция так и называется «Sentimental Gentleman from Georgia». Ну, практически как мантра какая-то, вот. А Джорджия – это значит «Джордж и я». Значит, там как минимум, там драматизм, да, два героя. Итак, друзья мои, мы эту композицию для вас и сыграем. Опять же, я говорю, что ирония была всегда, вот. Но в джазе она была особая, и это, как никто другой, знает, конечно же, Санёчек Рычков, который первый раз видит сегодня эту песню. Итак, давайте подбодрим его, и мы все-таки вам подаем следующую небольшую премьеру «Sentimental Gentleman from Georgia». We'll be right back.
Спасибо, спасибо огромное, друзья мои. Мы движемся дальше. И сейчас мы хотели сыграть, наверное, одну из самых наших глубоко уважаемых композиций. Мы ее очень любим. Она, опять же, такая легкий ироничный жанр носит. И называет она «Take it easy». Вот. А в народе она почему-то носит название как «Возьми у изи». Я не знаю, почему кто это придумал. Вот. Подпевает постоянно так, вот, когда входит в наш. Вот. Я просто хотел сфокусировать на это внимание, что правильно называть «Take it easy». Будь попроще, вот, там, без всяких, без добавлений. Итак, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты мы продолжаем. Вы самая прекрасная публика, и мы решили сегодня такой небольшой эксперимент. Мы решили взять совершенно не джазовую композицию, больше того, даже, скажем, эстрадную, наверное, и переработать ее под нас, и сделать как бы, как это стало, вот, рестайлинговую версию, очень горячо любимую нами композицию, которая называется «Can't Take My Eyes Off You». Вот. Но в этот раз уже исполнить ее вокально, и поэтому у нас сегодня будет такое, скажем так, премьера нашего рестайла под ваши, друзья мои, бурные аплодисменты. Thank you.
И Олег Сивинский, друзья мои. А сколько у нас мужчин тут? Я помню, это где-то такое как было. Вот. Итак, дорогие друзья мои, мы движемся дальше. И сейчас мы вам под занавес нашего концерта. Мы долго думали, что же такое вот должно быть, чтобы объединялся и наши инструменты, потрясающий голос Олеси, и, конечно же, прекрасную погоду, которая настраивает на романтический лад. Вот. И с другой стороны, санкции. Вот как это все увязать в одном? Вот. Мы подумали и вспомнили, что есть замечательная композиция, которая переводится с какого-то языка как «Будь со мной». Вот. Значит, в свое время ее до небес Дин Мартин, вот, он так и пел ее очень. Мы нашли оригинальную версию, потому что на самом деле эта композиция, я сейчас говорю о композиции «Sway», я думаю, многие ее знают, но, опять же, все-таки мы не можем сейчас исполнять ее, поэтому мы исполним ее аргентинский аналог, который называется «Гунцера». Вот, мы нашли именно его. Вот, и поскольку, и как бы такой дань мы отдаем Латинской Америке, поскольку это не Дин Мартин придумал все-таки «Sway», а какой-то мексиканский бенд, типа Тихуана Брас, которые тоже были дудки. Вот поэтому мы решили вернуть с помощью санкций небольшую дань, и как бы, чтобы и вам было приятно насладиться этой замечательной композицией, потому что песня на самом деле наша горячо любимая. И поэтому давайте под ваши бурные оглушительные аплодисменты мы ее исполним. Сегодня весь вечер для вас избавили Фортуна Брас Бэнд в составе Илья Сосян, Станислав Горлинский, Алексей Седов, а где наш день рождист Александр Рычков, Яков Брагин, Александр Шаталов и Олеся Грин, все друзья мои. Я понял. Мы услышали, друзья мои, это слово из трех букв. В наш адрес. С гласной посередине. Конечно, мы подготовили свое прочтение, наше замечательное. Да-да-да. Квартал. Итак, друзья мои, да, сыграем мы вам нашу любимую старую Миссисипи под ваши бурные аплодисменты. We'll be right back.
Спасибо, спасибо. Ой, мы самая приятная и лучшая публика. Мы вас любим и ждем вас на наших следующих концертах. Спасибо, это были Фортуна Брас. И прощаемся.